Всем привет, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк, и мы продолжаем проходить Angry Birds Epic, арену мы проходим сами, и у нас окончена первая неделя, каменная лига, и я думаю, все-таки на первом месте, вот как я вижу, давайте посмотрим. И ура, новое достижение, что же там, вершина стаи, отлично. Первое место, 40 тысяч, бонус место, 1400 монет, серебряная лига, повышение, ура, круто. Так, так, так. И давайте покрутим рулетку и постараемся взять вот этот, да, перчик наш. И что оно нам? Он у нас слабоватый, окей. И новое достижение, что же нам, так, серебряная звезда, хрен знает, что это нам даст, и новые, так, что-то новое есть, но оно очень дает, так, 614, если его улучшить, то будет у нас плюс 444, поэтому он хуже получается у нас. И мы сейчас с вами попробуем покрутить. Сейчас, секунду. Так вот сделаем. Нашу синку. Улучшенную синку. Вот. Посмотрим, будет ли выпадать более-менее улучшенные предметы. После того, как мы перешли в лигу выше. Или будет все то же самое. Сейчас мы до радужного бунта дойдем. Что-то мне кажется, тут начали выходить какие-то новые предметы. Вот этот шарик, например, я их раньше не видел. Сейчас мы посмотрим, что это нам даст вообще. Так, продолжаем. Вилка какая-то. Синий щит, тряпка, серебряная вилка, вот красный щит, стеклянный шарик. Вот что это дает, интересно, стеклянный шарик. Сейчас мы накрутим до радужного бунта, потом уже мы посмотрим. Так, выключение. Серебряный кубок какой-то вот новый, то есть я их первый раз вижу. Я не знаю, что такое. Вот серебряная вилка, серебряный кубок. Тут все серебряное, короче. Так, все у нас сейчас будет заполнено. Так, это и было, наверное, так понимаю. 100% вещи с комплекта. Да. Блин, зачем я нажал? Случайно нажал, ничего страшного, сейчас пойдем посмотрим, что нам дали. Так, все хорош. И пойдемте. Так, верхушка. Верхушка. А, вот оно что. 2857. Если улучшим мы его, давайте посмотрим. 2857, то это все хрень. Почему только... А, у меня не хватает, что ли? А, это максимум, что можно сделать? То есть его можно всего лишь вот настолько поднять, получается, ребят? Всего лишь плюс 2 уровня, короче. Короче, все это фигня. Мы будем использовать наш лучший. И вещь, а вот тут типа они помощнее. Так, 2857, давайте посмотрим. 2857 и тоже второго до, на два уровня только получается у нас. Это все фигня. А вот этот у нас получается. О, 300, он получается лучше, да? Но
Он мне не нравится, поэтому его не будем брать. И пока что мы его не будем улучшать. Оденем то, что есть. Так, эту верхушку мы смотрели уже. Так, так, так. Еще. Вот этот. Давайте посмотрим. 2700 минус. И сколько мы сможем добавить? 2700-300. В принципе, если вот выбрать вот этот комплект и улучшить, то он будет лучше, чем до этого было. Мы это, наверное, сделаем попозже. Мы еще покрутим нашу стенку, копилку. И стараемся, чтобы новые вещи из комплекта выпали. Вот, и будем уже играть с ним. Так. Давайте продолжим. Сейчас будем в Серебряной лиге проходить ежедневные цели арены. И тут у нас, как всегда, становится тяжелее задание. Вот, выиграть в боях на арене и победить. Выигрывай в боях на арене и победи 3 вражеских птицы. В этом деле тебе понадобится бомб. Окей. Победив в 5 боях на арене, бомб и ред должны быть использованы. Будем. Бомб и ред. Так, в этом деле ваш бомб. Бомбам нужно 3 убить. Победив в 3 боях на арене, уничтожив флаг противника с помощью яростной способности. Я же говорю, будет потяжелее. И посмотрим, где мои. У меня чего, нету соперников? Где мои соперники? Ладно, сейчас. Я думаю, мне нужно начать, и тогда уже будут, наверное, соперники появятся, я так думаю. Так, фокус, фокус. 21 тысяча жизни у него. 527 всего. А у меня 586. И 400. Все, окей. Так, ред и бомб у нас есть. И так, 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 все. Все верно. Идемте, посмотрим, что у нас сейчас будет. Посмотрим, будет ли нам тяжелее проходить ежедневные цели. И мы в первую очередь, наверное, начнем как обычно. Атакуем флаг. Бум. Отлично. Так, пока что продолжим атаковать флаг. И потом нам еще нужно бомбом убить, получается, трави, да? Давайте, наверное, можем начинать убивать бомбом. Как бы это ни звучало. Так, блин, я же не хотел тебя так быстро убивать. Ах ты урод, почему ты не умер? А, наш флаг атаковали. Так, ладно. О, бомбом сейчас убьем. Сука. Ты сдохнешь, нет? Сдох. Давай. Так, что мы будем делать дальше? Давайте атакуем. Но Редда мы не убьем. Сучоныш. Блин, бомбу хана. Бомбу хана. И мы можем с вами, я так думаю, так, 3900. Так, 3900. По-любому флаг будет атаковать. Да, я думаю, сейчас мы с вами завершим, я так думаю. Да, и мы прошли часть задания, третьего задания. Нужно было яростной способностью убить флаг. Убить флаг, правильно? Убить флаг. О, у нас теперь 100 кубков даются. Прикольно. До этого было 75. Так. Да, мы прошли, и мы бомбом ни одного еще не убили, поэтому сейчас будем работать бомбом. Посмотрим, где наши соперники. Неужели никто не пойдет? Где мои соперники? А, нахрен с ними. Почему-то у меня противники все с какого-то бриллиантового уровня, да, получается? Все с бриллиантового уровня. Реклама. Time. All things. It sees men plan their dreams. Давай, 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 быстрее уже. Скип. Продолжим.
И я начинаю есть. Есть, 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 есть. Флаг получает на 10% меньше урона за каждую еще сражавшуюся птицу. Так, 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 что мы будем делать? Давайте мы, наверное, начнем, как обычно. Сначала флакаем. Нанесем урон флаг. А потом уже будем мочить птицу. Так, Матильда все у нас ушла. И Редан. Пока что все по плану. Бомб ушел. И можно... Сейчас будет нападение на флаг. Нет, на Реда. И Реда там. Так. Кого будем? Бомба? Давайте бомба начнем. Да-да, защищай. И так, у нас наносит... Так, 200. 200, и сколько ты наносишь? 1900, блин. Сейчас ты сдохнешь, если я тебя буду бить. Так что пока что повременим. Главное, сейчас бомба не трогайте. Все будет попить. Да, все отлично. Все. Тихо. Давайте убьем сейчас, я думаю, бомба. Вот так вот, да, отлично. На флаг. И начнем мочить Реда. Так, не трогайте бомба. О, хорошо. И синяя троица, пока. Теперь нам, наверное, Ред. Редик наш, Редик. Блин, я же хотел с яростной способностью убить флаг. Черт побери, надо было. Надо было бомбы взорвать. О, отлично, с первого раза повезло. Круто. Круто, круто, круто. Посмотрим, что нам там. Бамс, бамс, бамс. Так, блин, наверное, в пяти боях вот вообще. О, у меня соперники появились. Наконец-то. Хороша, Ваня, Вадим, Кевин. Так, все русские. Ну, посмотрим, кто кого. 4235 он уже набрал у нас. 4235. Это у нас получается 4200. Он еще не все прошел, получается у нас. Сейчас мы будем первые. Наш противник 21 тысяча. Нормально, нормально. Продолжим. Совет для достижения. Бам-бам. Бам-бам. Давай, вари свои супы. А мы будем играть Angry Birds Epic. И мой ход. Да, конечно. Всегда мой ход не может быть. Атакуем флаг. Как обычно, яростную способность применим. Так. Я думаю, мы можем Чака с одного раза даже выбить, сучка. Чак, сучка. Давайте, давайте, мочите флаг. Ладно, пока что. Пока что мы будем мочить флаг. Суки, суки. Меня мучат, суки. Так. Хватит трогать мой флаг. Все, мне хана. Да. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, мы дождемся. И дальше продолжим.
Один проигрыш. Ну ничего страшного. Так. 18 тысяч. Отлично. Он слабее нас. И поэтому я думаю, мы его победим. Если будет мой ход, мы точно победим. Ура, мой ход. Ура, мой ход. Начнем, как всегда, я так думаю, ребят. Или мы можем сделать следующим образом. Вот так вот сделаем. И вот так. Если мы сейчас бомбу взорвем, я думаю, мы никого не бьем, наверное, блин. Ладно, ничего. Нормально. Молодец. Вот мы сейчас вот так вот сделаем. Потом мы сделаем вот так вот. И вот так вот. И... знаете, отлично, мы задание прошли. Теперь будем мочить их флаг. И в конце нужно завершить... с атакой яростной способностью. Чтобы получить... Там-та-вам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так вот. Что у нас тут? 3900. 3900. 400. 3400. И мы, наверное, атакуем. Наверное, вот так вот сделаем. Главное, чтобы сейчас на бомбу не напали. Если на бомбу нападут, весь план кабан. Нормально. Только не на бомбу. Только не на бомбу. Отлично. Так, вот так вот, и у нас 2400, 2100, я думаю, мы сейчас закончим. Бум, есть, да, закончили, круто. Победили, победа, 2 звезды и... нет, не 100, повтор. Мы никуда не торопимся. Есть. И мы... да. На втором месте. 40. Ок. У нас сильный противник в этот раз. Ну, если наш... в принципе, тут все, я думаю, просто. Если в самом начале первый ход твой, то это уже говорит о том, что ты можешь 90% победить. Так. Ну, давайте как обычно. Начнем с вами, как обычно. Или нет? Да. Полжизни мы уже отняли у флага их. И нашему Реду хана. Нашему Редику хана. Кого замочить первым? Давайте бомбу начнем. И 300. Да. Давайте в очередь. Блин, что-то я уже забыл. Самое первое задание вроде бы было, нужно бомбом убить, да? А сейчас у нас уже бомбом не обязательно убивать, поэтому нам нужно с яростной способностью убить флаг. Покончить с флагом. И мы сейчас это сделаем. И яростная способность 200, 4 нет. Пока что мы не можем это сделать. А теперь мы 2. Да, мы теперь можем. Вот так вот. И давай бомб. Бум! Конец есть.
Естественно, выполнили задание. Отлично. Так. Две звезды и 100. Нет, не 100. 100. Нет, не 100. 80. Все, последняя попытка. Если нет, так нет. Вау, 130. Круто. Крутецкий крутяк. И нам нужно еще один бой пройти, и все, мы закончим. Блин, надо было поменять нам Матильду на синюю троицу. Я начинаю, и это уже говорит о том, то, что хана кому-то. Давай, атакуй. Рэп. Бам. 7. Охренеть просто. Матильдочка наша, пока. Бом, тоже ушел. Все, я думаю, следующий ход мы уже всех... А нет, сейчас моего Реда замочат. Реда моего замочат. Да. Там-там-там-там-там. Матильдочка. Давайте, давайте, на Матильду нападайте, молодцы. О, Матильда даже выжил. Давайте мы, наверное, взорвем все к чертям нахер. Да, давайте. Думаю, сдохнет. Есть, победа, победа, победа. Круто. И у нас 2 звезды и 100. Так, 3 попытки. 2 и 3. Ну и хрен с тобой. И мы, думаю, прошли. Да, есть, ура, ура, ура. Мы прошли, 6000 очков у нас. И мы на первом месте. Посмотрим, какие задроты мои противники попались и кто меня будет преследовать. Или я кого-то буду преследовать. Вот. У нас каменная лига, круто. Так, что у нас тут? Синхрайк бесплатно использовал твою свинку. Я не могу подключиться к Фейсбуку, но почему-то от Фейсбука у меня идут уведомления. Вот. Какая-то хрень, короче. Ну что ж, ребята, спасибо, что смотрели видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.